Всем привет. Ну а сегодня я все-таки добрался до Мамедового ущелья. Знаю, что просмотров мало будет. Ну и ладно, сам посмотрю. А здесь чудеса, здесь леший бродит. Форели, мясо на огне, русалка баньку вас проводит. Да что-то сбудется в мечте, что-то такое. В общем, что-то не понял, да? Сдыться, Путинка. Ничего не понял. Ну да ладно. Непереводимый местный фольклор. История. Даже колораж здесь, Нахимов. Странно. Лазарев. Ну это история Лазаревского района. Ну а мы с вами мимо вот этого грандиозного строения 21 века. Туалет типа сортир. Отправляемся в Мамедово ущелье. Я здесь был давным-давно, правда. Если честно. Даже здесь переезжал на мой по мостику. Вот она, речка здесь еще пока есть. И пойдем посмотрим, что там внутри. Итак, мы идем в ущелье, но объект закрыт, прохода нет. И как бы кучки навоза встречают нас. Проезд может закрыт, а проход-то должен быть, коль дорога есть. Сэкономил, походу, 100 рублей на посещение объекта. Речка, как видите, там вроде еще недавно текла. Тут ее уже нет. Хотя слабо-слабо ручейки журчат. До входа в само ущелье еще далековато. Тут еще будут всякие... Как их назвать-то? Полянка будет, полянка. Там будет и туалет. Такой же типа сортир. Всякие, наверное, деревянные стуканы. Хотя был я здесь очень-очень давно. Я не понял, почему закрыт, если там машина каким-то боком пробралась туда. Видимо, не для всех закрыт. Видимо, не для всех. Давненько здесь не был. Чё-то мне кажется, тут все попоменялось. Кстати, вот когда воды мало в ущелье, на машинке здесь поприкольнее ездить. Такое впечатление, что раньше полянка была чуть-чуть другая. Вот всякие деревянные мишки, совы, прикольный домовенок. Там печка, какие-то кафешки. Честно говоря, я не помню. Хотя, может, нет, наверное, что-то было здесь. Это я был тут так давно. Ребята здесь вон живут. Объект закрыт. А чего он закрыт? От кого закрыт? Как можно закрыть лес? Я не знаю. Будем открывать. Так, насколько я помню, здесь два маршрута. Мамедово ущелье, верхний и нижний. После верхнего у меня осталось отрицательное впечатление. Ничего там интересного мы не увидим. А вот нижний, который непосредственно по самому ущелью идешь, там было несколько интереснее. Ну, по нему и направимся. Дай бог памяти. Ну, не сложно. Вроде бы все время идти вдоль того места, где была река. А судя по всему, река здесь тоже была давно. Природа, лес.
Я так думаю, что особо все это не отличается сильно от средней полосы России. Может, какие-то там фикусы отдельно растут, другие. Тропинка какая-то не очень прохоженная такая, но мне что-то вспоминается, что все-таки здесь мы когда-то ходили. Возможно, я ошибаюсь. Почему-то четко у меня перед глазами стоит какая-то большая труба, типа газовой. Не исключаю, что я еще, возможно, пожалею, что поперся именно этими путями. Да. Умный в гору не пойдет. Умный в гору пойдет. Судя по всему, таковым я не являюсь. А вот всякие мухоморы и прочие грибы, поганки здесь растут. Видимо, не один уже шел этой тропой козьей. И потом поднимались наверх. Вот. Пойдемте. Обожаю залезть в какие-нибудь колючки, какую-нибудь мокрую траву. Ну, написано же было. Объект закрыт. Какого хрена полез? Вот, сам теперь виноват. Указатель водопада наверх. Не помню водопадов. Не пойду. Не. Уж убейте. Каньон. Воды нет, какие нафиг водопады. Запыхался малость. И все-таки была какая-то труба. Я здесь был лет не менее 10 назад, наверное. И понесло же меня опять сюда. Ну что, пока, наверное, не очень интересно. Хотя нет уж, смотрите. Приехал на природу, вот и смотрите. Сейчас будет идет дорога до каньона, чтобы вы знали, как, сколько и куда идти. А каньон будет вам отдельным видом. Ну, не хотите смотреть, выключайте нафиг. А не, есть еще память. Вот после трубы, там через несколько метров вроде бы и начиналось самое интересное. Но почему-то мне представляется, несколько другая тропинка была. От этих какой-то, не побоюсь этого слова, где залез. Тут прям вдоль берега мы шли раньше. Где дорога на каньон? Где что? Или вот она, прям по реке, да. Помню, по воде было движение. Спускаемся. Кажется, время можно идти вдоль реки, да и все. И мы потопали. Самая красота впереди. Тут влажно, сыро и немножечко страшно. Шучу. Ну вот, в принципе, вероятнее всего мы добрались до самого интересного места, которое начнется. А этот, точнее, вот самое интересное там и начнется. А этот ролик будет вам для разогрева. Ну, это чтобы любили смотреть про природу.
нашу. Итак, длинный получится достаточно, если я буду ходить все время по каньону. Поэтому всем пока, до новых встреч в следующем ролике. Там я не знаю, как он пойдет, как быстро. Через часик, через два. А дальше.